Вместе мы организовываем митинги во всех городах Казахстана. Все, кого беспокоит будущее его страны, выходите 23 октября в 12 часов на митинг. Мы потребуем от власти должного, а именно поднять заработные платы и пособия в 2 раза, а также освободить всех политических заключенных. Запомните место проведения митинга в вашем городе и договоритесь с членами своей ячейки вовремя быть на месте. В Алматы собираемся в 2 точках, где улица Жибек-Жалы и улица Кабанбай-Батыра пересекают улицу Панфилова. Окружаем Старую площадь с верхней и нижней частей. В 12 часов начинаем митинг перед зданием КБТУ. Астана. Собираемся возле памятника Кенесары-хана и начинаем митинг в 12 часов. Шымкент. Арбат. Проспект Республики. Актобе. Центральный стадион на улице Абулхаир-хана. Актау. Набережная 14-го микрорайона. Уральск. Площадь Маншук-Маметовой. Атырау. Площадь Исатая и Махамбета на проспекте Сатпаева. Жаназен. ДК Мунайши по улице Сатпаева. Кокшетау. В центральном парке возле фонтана. Петропавловск. Городской парк возле памятника Абая и Пушкина. Костанай. Центральная набережная. Павлодар. Набережная на улице Астана. Экибастуз. Возле городского центра культуры. Караганда. Центральный парк на проспекте Бухар-Жирау. Жесказган. Площадь первостроителей возле фонтана. Усть-Каменогорск. Арбат. Улица Бейбит-Шелик. 7:12 часов. Памятник Мухтара Ауэзова на проспекте Ауэзова. Талдыкорган. Арбат на улице Биржан-Сал. Тарас. Арбат на улице Толеби. Кызыларда. Творческий Арбат возле центральной площади. Туркестан. Парк Победы на улице Саттара Ерубаева.